Satsurmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namaham Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane. Namaste Sarasati Devi Kauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschacha Deshatarine Vanchakaupatarubhyascha Kripa Sindhubhyascha Patitanam Pavan Ebyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we completed the first chapter, I believe. Итак, мы закончили первую главу. The first chapter, we were hearing an introduction to the subject of pure devotional service. Мы читали о введении в предмет преданного служения, чистом преданного служения. And the first chapter was describing the six characteristics of pure devotional service. We were hearing the six characteristics of pure devotional service. Мы читали о шести отличительных чертах чистого преданного служения. First of all, relief from material distress and the beginning of all auspiciousness. И первое. Это то, что чистое преданное служение избавляет нас от всех видов материальных страданий, и оно благотворно для всех. And then how the happiness of pure devotional service surpasses liberation. И что счастье чистого преданного служения сопутствует освобождению. And it's readily achieved. Что оно очень трудно достигаемо, редко достигаемо. And then finally, the pure devotional service gives one inconceivable, condensed, unsurpassable happiness, the greatest happiness. And it's the only means to attract Krishna. Okay, so we're going to go on to the second chapter. It's entitled the First Stages of Devotion. Итак, мы собираемся читать вторую главу, которая называется «Начальные стадии преданности». You can read. Бхактирасамрита Синдху Шрила Рупа Госвами описывает три формы преданного служения. Регулируемую практику преданного служения – преданное служение в экстазе и преданное служение в чистой любви к Богу. Каждая из этих форм преданного служения имеет много разновидностей. Как правило, выделяют два вида регулируемой практики преданного служения. Четыре вида преданного служения в экстазе и шесть видов преданного служения в чистой любви к Богу. Все эти разновидности будут описаны Шрилой Рупой Госвами ниже. Okay, so three different levels of pure devotional service. Devotional service in practice, which is called sadhana bhakti. Итак, существует три уровня преданного служения. Первое – это регулируемое преданное служение, которое называется sadhana bhakti. And then devotional service in ecstasy or bhava bhakti. Затем преданное служение в экстазе – bhava bhakti. And then devotional service in pure love of God, prema bhakti. И преданное служение в чистой любви к Богу, prema bhakti. So there are two characteristics in sadhana bhakti.
Существует два вида регулируемой практики преданного служения, садхана бхакти. In bhava bhakti there are four characteristics. Четыре вида бхава бхакти. And in prema bhakti there are all the six characteristics. И шесть видов према бхакти. So we'll hear about them later on. Go ahead. Мы будем читать о них дальше. В этой связи Шрила Рупа Госвами предлагает классифицировать людей, способных принять сознание Кришны, то есть преданное служение по их наклонности. Он говорит, что преданное служение в этой жизни – это продолжение процесса преданного служения, начатого в одной из предыдущих жизней. Тот, кто раньше никак не был связан с преданным служением, не может встать на этот путь. Предположим, в этой жизни я практикую преданное служение и достигаю определенного уровня. Даже если я не достигну полного совершенства, все, чего я достиг, останется со мной. В следующей жизни я начну служение с того уровня, до которого дошел в этой. Таким образом, преданное служение – это непрерывный процесс. Но даже если человек раньше не имел никакого отношения к преданному служению, если он по чистой случайности проявит интерес к наставлениям чистого преданного, он тоже может встать на этот путь и прогрессировать в преданном служении. Однако в любом случае людям, имеющим врожденную склонность к изучению таких книг, как Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам, преданное служение дается легче, чем тем, кто привык к умозрительному философствованию и логическим умозаключениям. Okay, so we're hearing about how we came into devotional service. Итак, мы читаем о том, как мы пришли в преданное служение. Well, we often wonder, how did I get involved in this? How did it happen that I've come into this Krishna consciousness? Why me? Why did I come? Why did my friends not come? И часто мы гадаем, как же я пришел сюда, как же я вовлекся в это преданное служение, как я пришел в сознание Кришны, почему именно я? Почему именно я здесь появился, а мои друзья, моих друзей здесь нет? So Rupa Goswami says devotional service is continuous from our previous life. И Рупа Госвами говорит, что преданное служение это оно продолжается из нашей предыдущей жизни. It may have been in our previous life we had some connection with the principles of Krishna consciousness. В нашей предыдущей жизни мы каким-то образом соприкасались с принципами преданного служения. Sometimes you can see when people become devotees, some people they take up Krishna consciousness so easily, it's so natural for them. Наверное, вы замечали, что иногда люди очень легко становятся преданными, они очень легко принимают сознание Кришны, это легко и естественно для них. Just like somebody, you know, maybe a devotee couple, they have a child, and when the child begins, because the couple are both devotees, the child from birth is there in Krishna consciousness, and you naturally takes up an interest in devotional service. Например, в семье преданных рождается ребенок, и он с самого детства воспитывается в этой среде преданности, и таким образом с самого детства у него есть эта естественная заинтересованность в сознании Кришны. Devotee couples, you know, the husband and wife, both devotees, and they give birth to a child, they have a child in Krishna consciousness, then it's expected that that soul will be a pure soul. И когда родители, которые являются преданными, когда у них появляется ребенок, он тоже является преданным. They what? They have the child in Krishna consciousness. So yes. Yeah, and so they get birth of a child. The child will be a pure soul. И таким образом, когда такие родители дают рождение ребенку в преданности, он это чистая душа. The kind of soul which you get as a, you know, when you have children. Everything depends on the consciousness of the parents at the time of the conception. И качество ребенка, которое появляется у родителей, все зависит от того, какое умонастроение было у родителей в момент его зачатия.
Obviously, if a couple are intoxicated and they're not married and they have sex, what kind of soul are they going to get when the child, if they give, you know, the woman conceives a child outside of marriage when they're both intoxicated? You cannot expect to get a very pure soul. Очевидно, что когда люди зачинают ребенка в состоянии алкогольного опьянения, когда они не женаты, то, соответственно, не стоит ожидать, что на свет появится чистая душа. Because the consciousness of the man and the woman at the time of conceiving the child will determine the type of soul which is attracted into the womb. Потому что поскольку сознание мужчины и женщины в момент зачатия определяет, какого типа душа войдет в чрево женщины. So devotee couple, they practice Krishna consciousness and they have a child in a religious manner. The child will be, you know, from the previous life, the child must have been already quite elevated in spiritual practice. И таким образом, когда родители преданные зачинают ребенка, то на свет появляется душа, которая была достаточно высокого уровня, обладала достаточно высоким уровнем сознания Кришны в прошлой жизни. In Bhagavad Gita, we read how souls who are almost perfect, but not fully perfect, that they take birth in the family of devotees to complete their spiritual path. И в Бхагавад-гите мы читаем о том, что все души совершенны, но не полностью, и когда они принимают рождение, и они принимают рождение в семьях преданных для того, чтобы завершить свой путь. And Srila Prabhupada said that he was born in a devotee family, and his spiritual master also was born in a devotee family. И Шрила Прабхупада говорил, что он был рожден в семье преданных, а также его духовный учитель тоже был рожден в семье преданных. So, what about people who haven't done any devotional service? They haven't done any devotional service in their previous life. Can they still become devotees? И стоит вопрос, могут ли люди, которые не занимались преданным служением в предыдущих жизнях, стать преданными? And it says, Srila Prabhupada explains here, that even though one may not have done any devotional service, but if he has an interest in devotional service, then he can take it up. И Шрила Прабхупада объясняет здесь, что даже если человек не имел никакого отношения к преданному служению, но если он проявит интерес к этому, то он также может встать на этот путь. He may be attracted by another devotee. He may be attracted by the temple environment. He may be attracted by the activities of the devotee. Он может быть привлечен другим преданным, либо ему понравится обстановка в храме. So they can also become, he can also become devotee. He just it is attracted, so he comes and he begins to associate, and he may never have done any devotional service in previous life, but he can begin. И таким образом этот человек может стать преданным только потому, что он привлекся всеми этими вещами, и он, несмотря на то, что он не занимался преданным служением в предыдущих жизнях, он может начать делать это уже в этой жизни. And Srila Prabhupada says, if they're attracted to reading books like Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, then this is very helpful to becoming a devotee. И Рупа Госвами говорит здесь, что если человек склонен к изучению таких книг, как Бхагавад-гита и Шримад Бхагаватам, то тогда ему очень легко стать преданным. So, even though we may not have done any devotional service in our previous life, we can somehow come in and begin Krishna consciousness. But it's harder, it's going to be more difficult
than for somebody who's practiced in their previous life. Таким образом, даже если мы не сталкивались с преданным служением в своих предыдущих жизнях, то в этой жизни мы можем это сделать, однако это будет гораздо сложнее. We see for some people devotional service is very, very difficult. It's very, very difficult for them to surrender and to do everything we're supposed to do as devotees. Мы видим, что некоторым людям очень сложно дается практика сознания Кришны, им очень сложно предаться, им очень сложно делать, что от них ожидается, что требуется. But somehow we're attracted, we can develop our qualification. We can go on, we can develop more taste for the activities. И так или иначе мы привлекаемся этим, и таким образом мы можем развить нашу квалификацию, мы можем развить наш вкус к преданному служению. Go ahead. Это утверждение можно подкрепить высказыванием многих преданных ученых прошлого. Все они сходятся на одном. Человек может руководствоваться определенными убеждениями, сложившимися на основании его собственных умозаключений и решений. Но придет другой, более сильный в логике человек и опровергнет все эти заключения, заменив их другими. Таким образом, с помощью логических умозаключений никогда нельзя прийти к окончательному выводу. Вот почему Шримад Бхагаватам рекомендует следовать авторитетам. So Prabhupada is paraphrasing. He's paraphrasing a verse from the scriptures, from the scriptures, which says that simply arguing will not give any real conclusion. И Шрила Прабхупада здесь перефразирует стих из Писаний, где говорится, что если просто в каких-то спорах невозможно прийти к какому-то заключению. Somebody may give their philosophy, and then someone will come along with another philosophy and defeat their philosophy. Кто-то может прийти со своей философией, а другой человек приходит со своей философией, и они пытаются друг друга разбить, используя эту философию. And it may continue like this again, the one person after another, just arguing. И эти люди просто пытаются привести вот эти вот доводы, споря между собой. So the scriptures recommend that if we really want to understand the religious, the truth, the absolute truth, we have to follow in the footsteps of the great devotees. И Священное Писание рекомендует, что если вы действительно хотите постичь абсолютную истину, то вы должны следовать по стопам великих преданных. The great devotees, they know the truth, and they have the truth that's hidden in their heart. Именно эти личности, великие преданные, они имеют, они знают абсолютную истину, и она находится у них в сердце. So when we follow in the footsteps of these great devotees, then we will be safe. Если мы будем следовать по их стопам, тогда мы будем спасены. Go ahead. Далее приводится общее описание преданного служения, данное Шрирупой Госвами Бхактирасамрита Синдху. Уже говорилось, что преданное служение можно разделить на три категории. Регулируемую практику преданного служения, преданное служение в экстазе и преданное служение в чистой любви к Богу. С этого момента Шрирупа Госвами приступает к описанию регулируемой практики преданного служения. Okay, so this chapter is beginning the description of sadhana bhakti, or devotional service in practice. Итак, эта глава описывает sadhana bhakti, либо регулируемую практику преданного служения. We cannot begin by practicing devotional service in ecstasy or devotional service in love of God. These are very high stages of devotional service. Мы не можем начать практиковать преданное служение в экстазе, либо преданное служение в любви к Богу. Это очень высокий уровень преданного служения. The process of devotional service begins with the sadhana bhakti, where we practice doing everything.
И процесс преданного служения начинается с садхана бхакти, когда мы практикуем делать все. Right. We have a saying that practice makes perfect. У нас есть поговорка: практика делает нас совершенными. We cannot expect to be perfect immediately. We have to practice first. Мы не можем стать совершенными в одночасье. Нам нужна для этого практика. And so, our Krishna consciousness movement is training all of us in the beginning to do the sadhana bhakti, to do devotional service and practice. И наше движение сознания Кришны учит всех нас, как практиковать регулируемое преданное служение. We learn how people do things at home, how people do things in the temple, and then when we see people do them in the temple, then we start to do them also, we can do them in our own home. И мы видим, как люди занимаются практикой преданного служения в храме, и тогда мы начинаем повторять то, что они делают дома. Just like chanting the holy name, chanting Hare Krishna, and reading scriptures, we can do these things on our own, in our home. Например, повторение святого имени или чтение священных писаний, мы также делаем все эти вещи у себя дома. So this is devotional service in practice. Таково регулируемое преданное служение. Go ahead. На практике. Слово «практика» подразумевает, что чувства человека заняты той или иной деятельностью. Следовательно, регулируемая практика преданного служения – это использование наших органов чувств в служении Кришне. Одни чувства предназначены для приобретения знаний, другие – для того, чтобы приводить в исполнение наши решения, основанные на размышлениях, эмоциях и желаниях. Таким образом, практика подразумевает одновременное участие ума и чувств в регулируемом преданном служении. Цель этой практики, однако, не в том, чтобы развить в себе нечто чуждое нашей природе. Возьмем, к примеру, ребенка, который учится ходить. Это тоже практика. Однако это не значит, что ходить противоестественно. Способность ходить изначально заложена в ребенке, ему достаточно немного попрактиковаться, чтобы научиться вполне прилично ходить. По аналогии с этим, преданное служение Господу – врожденная потребность каждого живого существа. Даже нецивилизованные люди, дикари, поклоняются удивительным явлениям природы, падая ниц при виде их. Они понимают, что за всем этим стоит некая высшая сила. Таким образом, сознание присутствия высшей силы есть в каждом живом существе, хотя в тех, кто материально осквернен, оно находится в дремлющем состоянии. Чистая форма этого сознания называется сознанием Кришны. Okay, so Prabhupada is explaining how we can practice. We perform different activities, and these activities are done either with the senses or with the mind. И Шрила Прабхупада рассказывает, что практика подразумевает деятельность, и мы можем действовать либо с помощью нашего ума, либо с помощью наших чувств. Just like when we may have to clean the temple or clean our home, then we'll use our senses, we'll use our body to do that. Например, когда мы моем храм или моем квартиру, то мы используем свои чувства, чтобы сделать все это. We may have to wash clothing, do our laundry. It's all done with the sense, with the body. Мы используем свое чувство для этого, как, например, также, когда мы стираем что-то, мы также используем свое тело, свои органы чувств. But when we come to hear Srimad Bhagavatam or read Prabhupada's books, then that's more of a mental activity. We have to absorb the mind in that activity. Но когда мы читаем священные писания, когда мы читаем книги Шрилы Прабхупады, это больше ментальная деятельность, и мы должны сконцентрировать свой ум на этом. And maybe one is worshipping the deity. We may be making an offering to the deity. You may have deity in your home and you offer worship. So that's done with the body and the mind. Но, например, если у кого-то из вас есть дома божества и вы делаете им подношение, то тогда вы задействуете в этом не только свое тело, но и свой ум. So Prabhupada gives this example about the young child
In the beginning, when the child is born, the child cannot walk. But gradually, as the child grows, then they develop a walking ability. И Шрила Прабхупада здесь приводит пример с ребенком, который изначально не может ходить, но когда он подрастает, он постепенно этому учится, поскольку это его естественная способность. The child has to, of course, the child has to practice walking. It's not that the child can immediately walk. The child has to practice. Естественно, ребенок не может пойти сразу же, он должен практиковать это. When the child is small and begins to walk, sometimes the child will fall down. И когда ребенок маленький, он начинает учиться ходить, то иногда он падает. So if we think, oh, I don't want my child to get hurt, I don't want my child to walk, then that's not a very good idea. И когда мы думаем, что, о, я не хочу, чтобы мой ребенок падал, я не хочу, чтобы он ходил, это не совсем хорошая идея. Oh, if the child is healthy, then with practice, the child will learn to walk properly. И если ребенок здоров, то он обязательно научится ходить должным образом. So, Srila Prabhupada argues, in the same way, devotional service is a natural instinct of everybody. И Шрила Прабхупада утверждает, что преданное служение также является естественным инстинктом человека, живого существа. And he talks about how uncivilized people who live in the jungle, they also have the nature to worship something. И он говорит, что даже нецивилизованные люди, которые живут в джунглях, они также поклоняются чему-то. Sometimes less intelligent people, they worship a ghost in a tree. Например, иногда недалекие люди поклоняются привидениям, которые живут на деревьях. Some people may worship the sun, or they worship the moon, different planets. Иногда люди поклоняются Солнцу и Луне и различным планетам. So they have then, although they have no education and although they're uncivilized, but still they have the nature to give respect to something powerful above them, more powerful than they are. Они могут быть необученные, могут быть нецивилизованные, но все же в них во всех есть потребность поклоняться чему-то высшему, чему-то более могущественному, чем они сами. So the same way, we also have, as living entities, we have that nature to worship something greater than us, and we want to find something which is supreme. И таким образом в нас, как в живых существах, заложено это желание поклоняться чему-то высшему. So this consciousness, Prabhupada said, this is called Krishna consciousness. И это сознание, что Прабхупада говорит, оно называется сознанием Кришны. Go ahead. В ведической литературе описаны специальные методы, с помощью которых мы можем так занять свой ум и чувства, чтобы пробудить в себе дремлющее сознание любви к Кришне. Это напоминает пробуждение в ребенке после небольшой тренировки способности ходить. Тому, у кого нет врожденного инстинкта ходьбы, никакая практика не поможет научиться ходить. Подобно этому, сознание Кришны тоже не может быть результатом только практики. Такой практики не существует. Но для тех, кто хочет развить в себе врожденную склонность к преданному служению, есть определенные методы, которые, если их принять и им следовать, пробудят в человеке эту дремлющую способность. Такая практика называется садхана бхакти. So Prabhupada is now saying, actually, it's not by practice that we develop Krishna consciousness. He says, there's no practice by which we can develop our Krishna consciousness. И Шрила Прабхупада здесь говорит, что на самом деле нет такой практики, с помощью которой мы можем достичь сознания Кришны. Никакая практика здесь не поможет. But he said, there are certain activities
And when we perform these certain activities, then it can awaken our Krishna consciousness. Но есть определенная деятельность, занимаясь которой, мы можем пробудить свое сознание Кришны. Because Krishna consciousness is within us, so it's awakened when we perform these certain activities. Поскольку сознание Кришны уже внутри нас, и оно пробуждается, когда мы вовлекаемся в эту деятельность. There's a song which we sing by Bhaktivinoda Thakur. He sings about Jeev Jago, Jeev Jago. So wake up, sleeping soul. We're all asleep. И есть баджан Бхактивинода Такура, в котором говорится Джив Джаго, проснись, проснись, душа. So Krishna consciousness is the process of awakening, waking up our spiritual consciousness. И процесс сознания Кришны — это процесс пробуждения нашего духовного сознания. It's there within us, but it's sleeping. Все это находится внутри нас, это сознание, но оно спит. Now some people, they don't want to wake up. It doesn't matter how much you shout, you can't wake them up. Но некоторые люди не хотят пробуждаться, неважно, как громко вы кричите, рядом они не просыпаются. So some people like that, they don't want to become Krishna conscious, even though you try to give them, they don't want to wake up. Таким образом, некоторые люди не хотят становиться сознающими Кришну, как бы вы ни старались его дать этим людям, они не хотят пробуждаться. Well, people are all different kinds of people. Some people are ready, they want Krishna consciousness, and some people really don't want it. То есть есть разные люди. Некоторые люди хотят сознания Кришны, а некоторые не хотят его. Go ahead. Каждое живое существо, околдованное материальной энергией, находится в противоестественном для него состоянии безумия. В Шримад-Бхагаватам говорится, обусловленные души в большинстве своем безумны, так как постоянно заняты деятельностью, причиняющей им страдания и порабощающей их. В своем изначальном состоянии духовная душа радостна, вечно исполнена блаженства и знания. Подверженной смерти, исполненной страданий и невежества, она становится только благодаря своей причастности к материальной деятельности. Это результат викармы. Слово викарма означает поступки, которые не следует совершать. Поэтому мы должны практиковать садхану бхакти, что подразумевает участие в мангала арати, поклонение божеству утром, воздержание от определенных видов материальной деятельности, выражение почтения духовному учителю, исследование многим другим правилам и ограничениям, которые будут последовательно обсуждаться в данной книге. Такая практика поможет живому существу излечиться от безумия. Подобно тому, как от психического заболевания можно избавиться, если следовать указаниям психиатра, так исследование садхана бхакти излечивает обусловленную душу от безумия, насланного на нее чарами майи, материальной иллюзии. So in conditioned life, everybody is mad. В обусловленной жизни каждый безумен. Srila Prabhupada tells there was one case which came to court, and the man was accused of murder, and he said, "Well, I was mad. I'm mad when I did it. I'm a mad person. I'm not the same person." So the judge ordered the psychiatrist that you have to examine this person and tell me, is this person mad or is he sane? И Шрила Прабхупада рассказывал нам, как было одно дело, рассматривалось одно дело в суде, и человек обвинялся в убийстве, и он говорил, что я не понимал, когда я делал это, я был безумен. И судья вызвал психиатра, чтобы действительно проверить, насколько этот человек безумен. So the psychiatrist interviewed this person who was accused of the crime, and he spoke to him for some time, and then he came back to the court, and the judge asked the psychiatrist, "So, is this person mad or not?" И психиатр задавал этому человеку какие-то вопросы, какое-то время разговаривал с ним, и затем вернулся обратно в зал суда, и судья его спросил, так безумен этот человек или нет?
So the psychiatrist said, he said, from what I can understand, everybody in the world is mad. He said, I've never met any person who's not mad. И психиатр ответил, на самом деле, исходя из моей практики, все в этом мире безумны. Я еще не видел ни одного человека, который не безумен. So, this is the nature of the material energy, that people are all mad. They're mad for sense gratification. И такова материальная природа. Все здесь, все люди здесь безумны. Они, их безумие в чувственном удовлетворении. When the devotees were going for Harinam, and when they began to first of all go out for Harinam, then people would often look at them and see them dressed in their robes, you know, lady in sari, and the men in dhoti, and the men with shaved head, and shika, and tilak on their face, and people would look at them and say, you must be mad. И иногда, когда преданные идут на Харинам, и когда люди их видят впервые, они видят, как они одеты, видят, как они украшены, что женщины в саре, мужчины в тхоте, с бритыми головами, с шикхами, с тилаками на лбах, они думают, о Боже, они безумцы. And the first devotee who shaved his head and then went out in the town dressed up as a devotee, he got arrested and he got put in the mental hospital. И первые преданные, которые вышли в люди с бритыми головами и одеты в вайшнавские одежды, они были схвачены, их поместили в психиатрическую больницу. Nobody had ever seen anything like it before. It was considered so strange, so people thought must be mad. И никто не видел такого прежде, и поэтому люди думали, что они безумны. So, Prabhupada, when the devotees were always hearing from people, you must be mad, they told Prabhupada how people say we're mad. Devotees told Prabhupada how the public are all saying that we're mad. Рассказывали, что Шрила Прабхупаде, как общество, все люди вокруг думают, что мы безумны. So Prabhupada wrote one article, who is crazy? Because people were saying devotee is crazy, so Prabhupada wrote the article saying, who is crazy? И тогда Шрила Прабхупада написал статью под названием «Who is crazy?» – «Кто сумасшедший?» Because people say devotees are crazy to sing and dance and to shave their head and put tilak on their face. But we say all the karmis, all the conditioned souls, we say they're crazy. Поскольку люди вокруг думают, что преданные сумасшедшие, они поют, танцуют, бреют головы, ходят с тилаками, но а мы думаем, что эти люди, которые находятся в которые занимаются материальной деятельностью, они сумасшедшие. We say they are crazy because they work all day and night, and they work all day and night just to eat some horrible flesh, animal flesh, dead animals' flesh. Мы думаем, что люди сумасшедшие, поскольку они целыми днями работают и потом тратят все эти деньги, чтобы купить себе еду и есть плод умершлённых животных, плоть умершлённых животных. They work in horrible conditions just to get some little money, and they use that money to drink some alcohol, which burns the organs in the body and which kills them. Они работают в ужасных условиях, тяжело трудятся и получают какие-то крупицы денег, а затем используют их на алкоголь, который убивает органы в их теле. And they buy cigarettes
which they know are killing them. And even on the packet of the cigarettes, it said dangerous to health. But people are so mad, they don't care. They smoke and they drink and they do all these crazy things. И они покупают сигареты, которые убивают их здоровье. Они знают, что даже пачка сигарет опасна для здоровья, но люди настолько безумны, что они курят и пьют алкоголь. Они делают все эти безумные вещи. So in this way, the people are so mad for sense gratification, but they don't think they're mad. They're thinking this is life. И люди настолько сходят с ума по всем этим удовлетворением чувств, но они не думают, что они сумасшедшие, они думают, что их жизнь прекрасна. Yeah. So all of their activities are sinful, or what is called vikarma. They're doing vikarmic activities, acts against the scripture. И вся их деятельность, она греховна. Эта деятельность называется викармой. Это действия, которые... которые запрещены, описываются как запрещенные в священных писаниях. So because they're doing vikarmic activities, they suffer. They get so many reactions which come, which give them disease, which give them so much misery in material life. И поскольку они занимаются этой викармичной деятельностью, то в их жизни приходят болезни и страдания, они получают свой результат. But if they will do devotional activities, if they will do activities like waking up early in the morning and going to the morning program in the temple, or waking up and chanting and reading scriptures, and then these activities, this will give them, this will cure the people of their madness. Но если они бы занимались деятельностью в преданном служении, они бы вставали рано утром, повторяли бы, проводили бы утреннюю программу, повторяли святые имена, читали священные писания, вся эта деятельность очистила бы их от их сумасшествия. If we do the activities of sadhana bhakti, if we perform these activities, then we will experience our spiritual nature. И когда мы занимаемся деятельностью, соответствующей садхана бхакти, тогда у нас, тогда мы обретаем опыт, опыт нашей духовной природы. And spiritual nature means full of bliss and knowledge eternally. И духовная природа — это значит вечное знание и блаженство. But material life is only misery, suffering. Но материальная жизнь — это только страдания. Go ahead. Садхану Бхакти упоминает Нарада Муни в 7-й песне Шримад Бхагаватам 1.32. В этом стихе он говорит царю Юдхиштхире: «Дорогой царь, человек должен во что бы то ни стало сосредоточить свой ум на Кришне. Это называется сознанием Кришны. Долг ачарьи, духовного учителя, определить методы, с помощью которых его ученик сможет сосредоточить свой ум на Кришне. Okay, so sadhana bhakti means to fix the mind on Krishna. И sadhana bhakti называется, является фокусирование своего ума на Кришне. So how can we fix the mind on Krishna? That's the job of the spiritual master, to find out the ways or to give the ways by which we can fix the mind on Krishna. И как мы можем сосредоточить свой ум на Кришне? Это долг учителя. Он помогает нам определить методы, с помощью которых мы можем сосредоточить свой ум на Кришне. If the spiritual master said, just sit and chant Hare Krishna, then how long could we... Дорогие преданные, отключите, пожалуйста, микрофоны. Guru Maharaj, would you please repeat this once again? Yes. If the spiritual master said to just sit and chant Hare Krishna, then how long can we do it? We would not be able to sit and chant for very long. Например, если духовный учитель говорит,
сиди и повторяй Харе Кришна. Но как мы сможем сделать это? Мы не сможем сидеть и повторять долго, очень долго. So the spiritual master has to arrange the different activities so that some variety is there, so that the mind can think of Krishna. Таким образом, духовный учитель должен организовать нашу деятельность так, чтобы она была разнообразной и чтобы мы в этой деятельности могли думать о Кришне. Just like we do arti for the, we offer first the arti, and then we may worship Tulsi. Например, сначала мы проводим арати, затем поклоняемся Туласи. And then we may worship also Prabhupada. Затем мы можем поклоняться Прабхупаде. And then we will hear Srimad Bhagavatam. Затем слушать Шримад Бхагаватам. And then we may go for Харинам Санкиртан. Мы можем идти на Харинама Санкиртану. And we do book distribution. Можем распространять книги. And this way, so many variety of engagements are there to help us to remember Krishna. Таким образом, существует много различных вариаций того, как мы можем вовлечь себя в преданное служение, в сознание Кришны. If we just go to work all day, then it's not so easy to think of Krishna. Если мы просто в течение всего дня находимся на работе, то не так-то просто нам думать о Кришне. In the beginning, when the Krishna consciousness movement first began, Prabhupada told all the devotees they had to go to work and find a job. В самом начале движения Кришны, Шрила Прабхупада, движения сознания Кришны, Шрила Прабхупада говорил всем преданным идти на работу, найти работу. So when they got jobs in the cigarette factory, Prabhupada was not pleased. He said, "No, no, you cannot go and work in the cigarette factory." Если они, допустим, находили работу на какой-нибудь сигаретной фабрике, то Шрила Прабхупада говорил, вы не можете идти туда работать. So then devotees got the idea that they would do sankirtan and at the same time distribute books. И тогда преданные выдвинули идею, что они могут ходить на санкиртану и в это же время распространять книги. So Srila Prabhupada proved that. All right, he said, yeah, that's a nice way. You can, if you do this, then it's easier to think of Krishna. И Шрила Прабхупада поддержал это, он санкционировал это. А он сказал, да, это будет хорошим способом, если вы будете делать это, тогда вам легче будет думать о Кришне. Different types of engagement. Well, some jobs it's easier to think of Krishna than other jobs. И на каких-то одних, на какой-то одной работе легче думать о Кришне, чем на какой-то другой. Just like when we go to distribute book, we have to think of Krishna, we have to pray to Krishna to help me, to give me ability how to sell the book. Например, когда мы идем распространять книги, мы должны думать о Кришне, мы должны молить Кришну, пожалуйста, помоги мне, дай мне способность распространить книги. So this helps us to fix the mind on Krishna. И это таким образом помогает нам сконцентрировать наш ум на Кришне. So very important to you that we have to bring the mind to think of Krishna. И это очень важно, когда мы сосредотачиваем свой ум на мыслях о Кришне. Go ahead. Для достижения этой цели Шри Чайтанья Махапрабху дал нам авторитетную программу, стержнем которой является повторение мантры Харе Кришна. Повторение этой мантры обладает такой силой, что мгновенно пробуждает в человеке привязанность к Кришне. С этого начинается садхана бхакти. Так или иначе, человек должен сосредоточить свой ум на Кришне. Великому святому Бариша Махараджи не помешали сосредоточиться на Кришне даже лежащие на нем обязанности царя. Точно так же и тот, кто пытается сосредоточить ум с помощью этого метода, очень быстро сможет пробудить в себе изначальное сознание Кришны. So, Maharaj and Barisha is our great example that
He practiced devotional service. He was using all of his senses in the service of Krishna. Амбариша Махарадж очень хороший пример. Он использовал все свои чувства в служении Кришне. But the very first thing he did was to bring his mind, to fix his mind on the lotus feet of Krishna. Но первое, что он сделал, он сосредоточил свой ум, принес свой ум к лотосным стопам Кришны. So we may think, you know, I'm doing my devotional service, but if we're not thinking of Krishna, if we have not brought the mind to focus on Krishna, then it's not really devotional service. Вы можете думать, что да, я занимаюсь преданным служением, но если вы не сосредоточили свой ум на Кришне, то тогда это не будет никакой пользы, вы не будете заниматься преданным служением как таковым. And Prabhupada talks about the chanting of Hare Krishna. The chanting Hare Krishna can immediately attach one to Krishna. И Шрила Прабхупада говорил о воспевании Хари Кришна мантры, и повторение Хари Кришна может немедленно связать человека с Кришной. But there's quality in the chanting. Now, somebody may be chanting, they may be chanting with very bad quality. Но это повторение должно быть качественным, поскольку кто-то может читать с очень низким качеством, повторять святое имя с низким качеством. They may be chanting in the most offensive manner. So this is not pleasing to Krishna. This is not Krishna consciousness. Кто-то может повторять оскорбительно, и это не является сознанием Кришны. Go ahead. В садхана-бхакти, то есть практике преданного служения, можно выделить две ступени. Первая ступень называется служением, основанным на соблюдении регулирующих принципов. При этом преданный следует регулирующим принципам, беспрекословно выполняя все указания духовного учителя или авторитетных писаний. Это называется вади, то есть регулируемое. Все эти предписания преданный должен выполнять безоговорочно. Вторая ступень садхана бхакти называется рагануга. Рагануга начинается с момента, когда человек, соблюдающий регулирующие принципы, развивает в себе некоторую привязанность к Кришне и начинает заниматься преданным служением из любви к Нему. К примеру, тому, кто занят преданным служением, предписывается вставать рано утром и проводить арати, что является одной из форм поклонения Божеству в храме. На начальной стадии он встает рано утром и проводит арати, выполняя указания своего духовного учителя. Но постепенно в нем развивается искренняя привязанность к этому. И тогда он уже сам старается украсить мурти Господа, нарядить его в красивые одежды и все время думает о том, как лучше ему служить. Служение на этой ступени еще относится к регулируемой практике бхакти, садхана бхакти. Но это любовное служение уже спонтанно. Человек занимается им по внутреннему побуждению. Итак, практика преданного служения делится на регулируемую и спонтанную. Okay, so we're hearing now this devotional service and practice can be divided into two stages, regulative and spontaneous. Итак, мы теперь читаем о том, что практика преданного служения делится на две ступени, регулируемая и спонтанная. Now, we have to begin with the regulative practice. И мы должны начать с регулируемой практики. If we don't know the regulations, then our spontaneous devotion is not going to be very much, it's not going to be good, it's not going to help us. И если мы не знаем регулирующих принципов, то наша спонтанность не будет для нас чем-то хорошим. The spontaneous devotion should arise after we learn all the different regulations. И спонтанная преданность, она должна вырасти после того, как мы выучим все регулирующие принципы. Just like waking up in the morning, it should become spontaneous. Например, как пробуждение рано утром, оно должно стать спонтанным. In the beginning, we do it because it's a regulation that we must come, we must wake up, we must go to Mangal Arati. So we do it, we get up. И в самом начале мы делаем это
поскольку это предписание. То есть мы должны встать рано утром, мы должны пойти на Мангаларати. Это предписание, это правило. And by doing it, it becomes a habit, and then we naturally want to do it. We will naturally wake up. Если мы делаем это, то это становится привычкой, и тогда мы уже естественным образом просыпаемся. But in the beginning, we're not accustomed, and we may even argue, we don't like to do it, but we do it, okay, it's the rule, we have to do it, and we do it without real feeling, without devotion. И в самом начале мы можем спорить с этим, у нас нет какой-то привычки, нет такой традиции вставать рано утром, но постепенно нет привычки следовать этому правилу, мы просто должны это делать. Just like in military training, you know, when you join the army, in the beginning, the new soldiers, they're trained to follow orders, to do everything they're told. Это подобно тому, как вот есть в армии есть такие военные учения, военные тренировки, когда молодых бойцов учат выполнять беспрекословно приказы, которые им даются. Yeah, the soldiers are called to go there, walk around here, carry this, bring this back. They have to carry many heavy things in their back. Например, там даются такие приказы, так, идти, стройся прямо, поворот туда, поворот сюда, отнеси то, принеси это. Они должны носить какие-то кучу тяжелых вещей у себя на спине. So if the soldier refuses, if the soldier tells the man in charge, I'm not going to do this, I refuse, then he will get arrested, he will be put in the prison. И если солдат не может отказаться, если он говорит, я не хочу этим заниматься, я отказываюсь, если он такое делает, то тогда просто он садится под арест. So devotional service is not exactly like that, but we do have rules which we have to follow. И преданное служение, конечно, не совсем такое, как этот, как деятельность в этом примере, но тем не менее у нас есть какие-то правила, которым мы должны следовать. When we follow the rules and regulations, then we make advancement. И когда мы следуем правилам, каким-то регуляциям, то тогда мы можем получить от этого благо. And the sign of the advancement is we develop a taste, we develop some attraction for these activities. И результатом всего этого является то, что мы развиваем вкус, мы развиваем вкус и привязанность к этой деятельности. Just like waking up in the morning and going to temple or Mongol Arti, one is attracted, he likes it, they enjoy it, we take pleasure in it. Например, подъем ранним утром. Человек встает рано утром, идет в храм, либо проводит мангаларати, мы все получаем от этого вкус, нам становится, нам нравится это. So, devotional service is all about developing this taste for service to Krishna. И преданное служение – это все то, что помогает нам развить вкус к преданному служению Кришне. And when that taste becomes more spontaneous, then that's the higher stage of devotional service and practice. И когда этот вкус становится спонтанным, то таким образом это является более высокой ступенью преданного служения на практике. That he's feeling so much pleasure in chanting the holy name, and seeing the deities, and going to visit the holy place. Это когда человек обретает when one feeling what feel would you repeat once again? One gets some a taste. He has a strong taste. И когда человек получает очень сильный вкус в том, чтобы повторять святое имя, в том, чтобы созерцать божества, находиться в святом месте.
And we become attached to Krishna. We're actually thinking about Krishna, that I want to do it for Krishna. I want to see Krishna. I want to hear about Krishna. Он привлекается к Кришне, его ум привлекается к Кришне. Я хочу думать о Кришне, я хочу видеть Кришну. So all of these activities, somebody may be he may be following due to he may be on the level of Vaidhi Bhakti, and somebody else may be on the level of the spontaneous Raganuga Bhakti. They may be doing the same things, but they do them with different consciousness. И кто-то может находиться на уровне Вайди Бхакти, а кто-то может находиться на уровне спонтанного преданного служения, и внешне они могут делать одно и то же, но внутри они чувствуют абсолютно разные вещи. So, it's externally there's no difference, but internally the consciousness is very different. То есть внешне они делают вещи одни и те же, но внутренне абсолютно разное сознание. Okay, we will stop. Итак, здесь мы сегодня остановимся. Are there any questions? Есть ли какие-то вопросы? Hare Krishna, можно спросить? Да, Прабху Харе Кришна. Мои поклоны, ваше святейшество, вы сказали, что тот, кто... Если здоров, то ребенок научится ходить, несмотря на то, что он падает. Можете пояснить, что значит падает, ну, в контексте преданного, который начинает практиковать? Что значит, если он здоров? То есть это четыре типа людей, которые приходят к Богу, и четыре типа, которые не приходят, это которые не здоровы. Maharaj, you told that you gave an example with a child. When he's healthy, he's learning to walk, usually he falls down. But when he's healthy, he learned to walk anyway. So what does it mean, healthy, and what does it mean, fall down, in connection with devotional devotional service? What does it mean? Okay. In our situation, So just like in the beginning, we're practicing Krishna consciousness, and we're supposed to wake up. And so sometimes, you know, we don't wake up. Sometimes, oh, I'm tired, I'm not going to get up this morning, I'm just going to take more rest, and we just sleep more. And we don't go to any morning program, and we may not chant all morning. Например, когда в самом начале нашей практики сознания Кришны, мы знаем, что нужно вставать рано, но иногда мы рано не встаем, и мы не идем на мангаларати, мы не просыпаемся, чтобы начать свои читать свои круги. Нам тяжело это делать. Or one may have had a habit of smoking or drinking, and then he becomes devotee, and then somehow he meets some old friends and he goes with them and he smokes and drinks again, and then he regrets it afterwards. Например, у кого-то есть привычка курить или выпивать, и когда люди становятся, допустим, такие люди становятся преданными, то если они встречают каких-то старых друзей, то они идут с ними и делают все эти вещи, и потом сожалеют об этом. So this is like the child falling down, learning to walk. He's not yet able to walk. Sometimes he falls down. So same way, sometimes devotee, we're not yet very fixed, we're not very steady in our principles. Это подобно тому, как ребенок учится ходить, он падает. То есть мы не очень, скажем так, стабильны в своих действиях, не очень регулярны. То есть мы иногда делаем такие вещи, которые делать не нужно, мы падаем. But if one goes on and practices, continues to practice,
and develops more faith, and then gradually one will not fall down. Но если человек продолжает и делает это с верой, то в конце концов он перестанет падать. Even we meet the old friends, we will preach to them and we'll try to sell them a book. And we won't go drinking and smoking with them. Даже если мы встретим своих каких-то старых друзей, то мы начнем проповедовать им или давать им книги, мы не пойдем с ними курить и пить. One devotee. There's one devotee in America, his name is Dhanavir Goswami. So Dhanavir Goswami, before he joined Krishna consciousness, he was in a pop group, and he was the lead singer in the pop group. And he had some girlfriend, he had, you know, several girlfriends, but then he became a devotee. Okay. These girls then became a devotee. No, Dhanavir. И в Америке был один преданный, которого звали Dhanavir Goswami. Он до того, как стал преданным, он был участником, певцом в поп-группе. У него были девушки, несколько девушек. And so he became a devotee. He was in his robes and shaved his head, and he was out on Harinam doing Sankirtan, and one of his girlfriends came along. И когда он стал преданным, он побрил голову и отправился на Харинама Санкиртану, и одна из его девушек пришла. So she was surprised to see her boyfriend like this. It was a shock. И она была очень удивлена увидеть своего парня в таком состоянии. Она была просто в шоке. But Dhanavir, he was very confident, and he got a book, and told her to take a book, and told her to give a donation. Но Dhanavir был очень уверен. Он подошел, дал ей книгу и попросил у нее пожертвования. So this is an example of somebody who's not going to fall down, not falling down, but he's, you know, strict. He's able to walk. He can fight the Maya. When the Maya comes, he's able to fight it. И это пример того, как человек очень строг в соблюдении принципов. Он идет и не падает. Он сражается с Майей. But somebody who is not very strong, then, you know, they meet the girlfriend, and the girlfriend takes them away, and, you know, and then after some time, then they come back to Krishna consciousness. Но тот, кто не очень силен, девушка, женщина может увлечь его, но спустя какое-то время такие люди снова возвращаются в сознание Кришны. Is it clear? Это понятно? Да. Спасибо большое. Yes, thank you. Насчет тех, кто нездорово и не могут ходить, это кто? And what about those who does not healthy and cannot work? What does it mean? It means they're not able to practice the four principles. They're not able to strictly follow the principles of devotional service. Это значит, что эти люди не могут строго следовать четырем регулируемым принципам преданного служения. They have some attraction, they're attracted, they come to devotees, they associate with devotees, but they're not able to practice for very long, and they soon go away, and then they come back again, and then they go away again. Такие люди, они обычно чем-то привлекаются преданными, но они не могут следовать ничему очень долго, и они уходят, затем снова приходят, затем снова уходят. And so they would like to be devotees, they have some attraction, but they're just not able to follow. Им нравятся преданные, они привлечены всем этим, но у них нет способности следовать всему этому.
They're more attracted to drugs and sex. Они больше увлекаются наркотиками и сексом. All right? Хорошо, понятно это, да? Спасибо. Thank you very much. There is a question in the chat. В чате вопрос. Харе Кришна, примите мои смиренные поклоны. Люди с плохой кармой рождаются в тяжелых условиях и обычно имеют мало возможностей практиковать преданное служение. У них нет материальной поддержки, нет времени на служение, нет достаточного образования для понимания шастр, нет здоровья и так далее. Но зато обычно тяжелые материальные условия заставляют человека искать опору в духовности. С другой стороны, люди с хорошей кармой, родившиеся в хороших условиях, которым осталось совсем немного до освобождения и ухода к Кришне, такие люди, как правило, не видят смысла в духовном развитии, считая, что у них и так все замечательно. Получается, что люди, стремящиеся к Кришне, желающие исправить свои ошибки, не имеют для этого возможности. А те, кто имеет возможности, благочестивые заслуги, не имеют желания прийти к Кришне. Нет ли противоречия в таком положении вещей? Hare Krishna, please accept my humble obeisances. People with bad karma are born in difficult conditions and usually they have little opportunity to practice devotional service. They have no material support, no time to service, to serve, no sufficient education to understand the shastras, no house, and etc. But usually difficult material conditions force a person to look for support in spirituality. On the other hand, people with good karma who are born in good conditions and who are only in a short, just in one step from liberation and going to Krishna, such people usually don't see the point in spiritual development. They're thinking that they are already doing very well. People who are just searching for Krishna, who want to correct their mistakes, don't have the opportunity to do this. And those who have opportunity and have all blessings, all good things in their life, they know a desire to come to Krishna. Is there a contradiction in this statement? There's no contradiction. Well, in some ways there is, because you say people are they cannot come to Krishna because they have, you know, they have so many problems, so many difficulties, you know, they're born in unfortunate circumstances. They can come to Krishna, but it's harder for them. It's not that they cannot come to Krishna. They can come, but it will be harder for them. They'll have to fight harder. They'll have to fight with more determination. Люди, у которых, которые рождаются, то есть здесь нет какого-то противоречия, оно и есть, его и нет. С одной стороны, люди, которые рождаются в тяжелых условиях, не то, что они не могут прийти к Кришне, им это сделать просто сложнее, но не могут. We have to really work hard to control the mind and senses. It's going to take some time. Мы должны действительно тяжело трудиться над тем, чтобы контролировать свой ум и чувства. Это, конечно же, займет какое-то время. And for the people who have everything, they're very comfortable and they're a nice family and a good home and everything. They have everything. And they have culture and morality, and so it's easy for them to come to Krishna consciousness, but they don't do it. Но люди, которые родились, допустим, в хороших условиях, в хороших семьях, они очень образованные, они культурные, у них высокие моральные ценности, они не хотят делать этого.
That's their misfortune. В этом их неудача. They're unfortunate. They've become conditioned to their mode of goodness. В этом их неудача, они становятся обусловленными гунами материальной природы. But that гуны благости. That mode of goodness is not pure goodness, it's not transcendental, and there will come influences of passion and ignorance. Эта гуна благости, она нечиста, она не трансцендентна, а на нее влияют гуна страсти, гуна невежества. So they can come to, you know, they have their problems in coming to Krishna consciousness, although it seems like they have no problems, they do also have problems because they're very attached to their comfort. И они говорят, что у нас нет проблем, чтобы прийти к преданное служение, но на самом деле эти проблемы у них есть, поскольку они очень сильно привязаны к комфорту. Some other people, you know, we're not attached, we don't have anything to be attached to. But it's harder to become Krishna conscious because we don't have the good qualities, we don't have the good qualifications from the previous life. И другие говорят, что у нас не к чему привязанности, у нас нет никаких привязанностей, но для них это сложно прийти в сознание Кришны, потому что у них нет вот такой квалификации из прошлой жизни. So the question is, which ones are going to become devotees? You see, devotees could come from either way. They could come from either conditions. You don't know who's going to become the devotee. И вопрос в том, кто же из этих людей станет преданным. На самом деле, преданным могут же стать человек, который родился в любых из этих условий. Some devotees come from the very nice background and somehow they're able to detach themselves from it and come to Krishna consciousness. And some people come from the very unfortunate, inauspicious kind of situations, but they also become devotees. They want to be devotees. Некоторые люди становятся преданными, когда они находятся в очень благоприятных условиях жизни. Они имеют все, и на фоне этого они становятся замечательными преданными. Другие же становятся преданными, когда их жизнь полна страданий и несчастий. And you can see within the Krishna consciousness movement, we have these kind of devotees from all different backgrounds. И вы наверняка видите, что в нашем движении сознания Кришны есть люди с различными условиями. You know, somebody is born in the movement, the nice parents are devotees. And so they bring up the child and he learns all the scriptures, he learns all the knowledge, all the philosophy. Например, кто-то родился в нашем движении, вы можете увидеть разных людей с разными условиями, жизненными условиями. Кто-то уже родился в семье преданных, и он таким образом знает всю философию, знает все писания. And they have, you know, perfect pronunciation. All their Sanskrit verses are very perfect. Perfect pronunciation? Yeah, of the Sanskrit. Sanskrit. Они у них идеальное произношение санскрита. And perfect pronunciation and? So it appears they're very well situated in Krishna consciousness. И это кажется, что у них достаточно хорошая ситуация в сознании Кришны. And somebody else, they're coming from a very different background, very inauspicious. You know, parents are not devotees, and they're brought up with many bad habits. But they become devotees, and they, you know, they take to Krishna consciousness. Кто-то пришел. Плохие какие-то привычки, но тем не менее он становится. Just like Prabhupada had this one American woman, young American woman, very attractive young American woman, and she was with Prabhupada in India, and they were having a big program, a big pandal. Many people were there watching. Как у Прабхупады была одна ученица, она была
американка, была очень красивая девушка, и у них в Индии была программа в Большом Пандале. So this girl told Prabhupada, she said, Prabhupada, I've memorized now all the verses of the Ishopanishad. Эта девушка сказала, Шрила Прабхупада, я помню теперь все стихи из Ишопанишад. So Prabhupada called her on the stage to recite the verses to all the people in the audience. И Шрила Прабхупада позвала ее на сцену, чтобы она процитировала все стихи из Ишопанишад для всех собравшихся. So she was an American girl, you know, so her pronunciation was not very perfect. So after she recited, you know, somebody said to Prabhupada, he said, oh, Prabhupada, her pronunciation is not very good. И поскольку она была американкой, ее произношение санскрита было не очень хорошим, и после того, как она процитировала эти стихи, Шиши Панишат, кто-то сказал, Шрила Прабхупада, ее произношение не очень хорошее. Prabhupada said, oh, pronunciation, that's not important. He said, her renunciation is very good. Ишина Прабхупада ответил, произношение не так важно, важно ее отречение. She does not run around with men, she's not bothered about sex, and she's dedicated her life to Krishna. Она очень отреченный человек, она не бегает за мужчинами и не думает о сексе, она посвятила свою жизнь Кришне. So that is renunciation. Это и есть отречение. And that is more attractive than pronunciation. И отречение более привлекательно, чем произношение. Okay, any other question? Еще вопросы? Догонку к этому вопросу хочу спросить про людей, которые привязаны к комфорту, к иллюзорному материальному счастью. Как нам их разочаровать в материальном и как нам их очаровать в духовном? Hare Krishna. And I want to ask about those who are attached to material happiness, how we can how we can disappoint them in material happiness and how we can attract them to spiritual happiness. Well, we just have to encourage them in the spiritual, in the Krishna conscious activities. We have to encourage them to take part in hearing and chanting. Мы просто должны воодушевить их, следовать какой-то деятельности в сознании Кришны, в преданном служении, просто воодушевить их, слушать и повторять, и воспевать святое имя. We don't know who is going to become devotee, so we give everyone the chance. Мы не знаем, кто станет преданным, поэтому мы даем этот шанс всем. But the Krishna conscious program is the same for everyone. Hearing and chanting and dancing, and taking prasadam. Но программы сознания Кришны преданы микрофоны. Но программы сознания Кришны, они предназначены для всех: слушания, воспевания, танцы, вкушения прасада. You know, some people, you can give them very simple prasadam, a little khichdi, and they're very happy, and they think, this is so nice, they enjoy so much. Некоторые люди наслаждаются даже маленькой порцией какого-то просада, вы дадите им немного кичри, они думают, какое оно замечательное, какое оно вкусное. Even though they're coming from the very rich home and they have a lot of money and they can eat all opulent food, but they're very happy to eat a little khichri. Они могут происходить из очень богатой семьи, где они могут позволить себе
очень роскошную какую-то пищу, но тем не менее они счастливы только от того, что они попробовали кичри. And some other people, you give them the best prasadam, cooked in ghee, very nice sweets, opulent, but you know, they just think, oh, no, it doesn't make any difference, it doesn't impress them. Но, допустим, каким-то людям, другим людям вы даете какой-то замечательный просад, роскошный, такой приготовленный на ги, с огромным количеством сладостей. Они говорят, как-то не производит на это, все это на них большого впечатления. So we don't know who's going to become the devotee, but we do our best to try to attract everyone. Таким образом, мы не знаем, кто станет преданным, но мы делаем все возможное, стараясь привлечь таких людей. We invite everyone, come and join in the program, hear and chant, ask questions, try and understand. Мы зовем всех, пожалуйста, приходите на программы, участвуйте, задавайте вопросы, повторяйте, слушайте. I was reading a story about, it's about the month of Damodar, and it was describing how one young girl was the daughter of the king. She was a princess. Я читала одну историю о месяце Дамодара. Эта история описывала дочь царя, она была принцессой. And she was a great devotee. How did she become such a great devotee? И она была великой преданной. И как же она стала ей? In her previous life, it said she was in the body of a rat, which came and somehow the rat ate the giwik in the temple, because there was giwik burning in the temple. The rat came and ate the giwik, and then when it ate the giwik, then its body became on fire and died. But that rat, because he ate the giwik, which was offered in the temple, he took the body of a princess and became a great devotee in the next life. И как же она стала преданной? В своей предыдущей жизни она была крысой. И эта крыса, она забежала в храм, в котором горела предложенная лампадка. И так или иначе, она каким-то образом подожгла свое тело от этой лампы и умерла. Оставила тело и в следующей жизни получила тело принцессы и тело преданной. So we don't know, but you know what, who we were, what we were doing in our previous life, it's not important. Мы не знаем, кем мы были в нашей предыдущей жизни, на самом деле это не так важно. What's important is now we have come to Krishna consciousness, that we're trying to become fixed, we're trying to become a devotee. И что важно на самом деле, это то, что сейчас мы находимся в сознании Кришны, то, что мы преданы, и мы пытаемся сосредоточить свой ум, пытаемся стать преданными. You know, Haridas Thakur was born in the Mohammedan family, Muslim family, but he became such a great devotee. Например, Харидас Такур, он родился в мусульманской семье, но он стал таким великим преданным. And Hanuman was a monkey, but he's a great devotee. Хануман был обезьяной, но он был великим преданным. Garuda is a bird, but he's a devotee. Гаруда — это птица, но он преданный. So we don't know who's going. We give every living entity the chance. We try to encourage all different living entities. Мы не знаем, кто. Мы должны давать шанс каждому живому существу. Krishna consciousness is in the hearts of everyone. Сознание Кришны находится в сердцах каждого живого существа. Of course, we give more attention to the human. Конечно, мы больше внимания отдаем людям. Trying to bring human, the human form of life is special,
Because they can do more, they can actually engage in devotional service. It's more difficult for the other species. И поскольку в человеческой форме человеку легче быть вовлеченным в преданное служение, что сделать гораздо сложнее в других формах жизни. Any other questions? Еще вопросы? У кого нет, спасибо. Врач сказал про оскорбление, что мы можем повторять святое имя со оскорблениями. Вопрос. Тебе мы должны постоянно проводить этот анализ про оскорбление, а по поводу других преданных, как мы увидим, повторяют нас оскорблениями или нет, и надо ли нам это видеть? Question about Francis. If we we should understand if we ourselves chant holy names with Francis or not, and if we need to understand to look for others if they chant with Francis or not. Why are you going to look for others if they chant with a fan? What do you mean? You're looking for association? Что вы имеете в виду? Зачем нужно смотреть, ну как бы они с оскорблениями повторяют или нет? То есть вы имеете в виду общение? То есть вы ищете людей для общения? Что вы имеете в виду под этим? Да, если они повторяют с оскорблением, значит нам нужно избегать общения с ними. Yes, if they just chant with offenses, so we don't need to associate with them. Yes? Well, you don't need to disrespect them. Somebody's trying to chant the holy name. Вы не должны не уважать их. Некоторые пытаются повторять свое имя. Somebody is trying to chant the holy name, they should be encouraged. They should be encouraged to give up the offenses. The suitable person, the person who is in the position of authority, who is their teacher, they should guide them and try to instruct them how to give up their offenses. И люди пытаются повторять святое имя, их нужно воодушевлять, избавиться от оскорблений. И духовный учитель как раз и должен делать все, чтобы они отбросили все свои оскорбления. But because they're trying to chant, they should be helped, they should be encouraged. Но поскольку они только пытаются повторять, им нужна помощь, им нужно воодушевление, их нужно воодушевлять. In the Nectar of Instruction, Rupa Goswami said, we should mentally, within our mind, we should honor a devotee who's trying to chant the holy name. А в некоторых наставлениях говорится, что мы должны выражать почтение преданному, который повторяет святое имя. Which particular offense are they committing? Какое именно оскорбление они совершают? Матаджи? Раджарани Матаджи, вам вопрос. Какое конкретно оскорбление они совершают? Я не знаю, какое они конкретно совершают, просто граждане же преданные есть в храме. Нам нужно общаться с чистыми преданными. Но там есть и нечистые. Как вот определить, он чистый или нечистый? I don't know which particular offense he has, but we need to understand there are a lot of devotees in the temple, and how we can understand, we need to associate only with pure devotees, and how we can understand if these devotees is pure and this is not pure. Well, it's a good idea to think that all the devotees are pure devotees.
except for herself. На самом деле очень хорошая идея в том, чтобы думать, что все преданные вокруг меня чистые, преданные, но не я. We want to give good respect to all them. They're coming to temple. They're worshiping Krishna. И мы должны оказывать почтение всем. Они приходят в храм, они поклоняются Кришне. We can learn from them. We need association. Association is important. And so, don't try to judge about who is the pure devotee. И мы можем учиться у них. Мы должны общаться с ними. Не пытайтесь судить, кто из них чист, а кто нет. You just try to be a pure devotee yourself. Try to act properly yourself. Просто пытайтесь быть сама чистой, преданной. Пытайтесь сама вести себя должным образом. By chanting, taking part in the program, doing service. Воспеванием, участием в программах, служением. Mataji is asking how to associate with them. About what subjects we can associate. But we can talk about what. Well, how to associate with them. We talk about what we've heard in Krishna consciousness. What is our realization in Krishna consciousness? What have you been reading? What have you been hearing? Мы можем разговаривать о своих реализациях сознания Кришны, о том, что мы читали, о том, что мы слышали. Now this week, all over the world, devotees are taking part in trying to increase their hearing of Srila Prabhupada's books. Например, на этой неделе все преданные по всему миру увеличивают свое воспевание, слушание, читая книги Шрилы Прабхупады. And they're all allocating more time to reading together or even just reading on their own. Spending time to read Prabhupada's books. То есть они выделяют больше времени на то, чтобы собраться все меньше и все вместе почитать книги Шрилы Прабхупады, либо люди самостоятельно делают это. So when we read the books, we will hear something, we will remember something. So you should try to repeat what you've heard from the books. И когда мы читаем книги, мы что-то запоминаем, что-то слышим, и таким образом вы должны пытаться повторить то, что вы узнали из книг. Mataji said that these people are not interesting in all this, so it's very difficult from such kind. So it's very difficult to find out such kind of devotee. Okay, so people are not interested. Why do they come to the temple? Ну хорошо, Матача говорит, что им не интересно и тяжело такого преданного найти, и Махарадж отвечает, что зачем тогда такие люди приходят в храм? They don't practice Krishna consciousness seriously. They just come to the temple. They like the atmosphere. Maybe because the prasadam is free, maybe they come. Может быть, им не столь интересно сознание Кришны, сколько они приходят в храм. Получить бесплатный просад. But still, we have a duty to try to give them Krishna consciousness. Но все еще, тем не менее, у нас есть обязанность попытаться дать им сознание Кришны. They're not going to change. Why should we change? Если они не хотят меняться, почему мы тогда должны меняться? They have come to the temple. You have a duty to speak about Krishna to them. Если вы приходите в храм, то у вас есть обязанность говорить о Кришне. They may say, we're not interested in all this. You say, anyway, this is a temple, it's my duty to talk about this. Если они говорят, что нам не интересно слушать все это, тогда вы можете сказать, но в этом состоит мой долг говорить об этом. We have to become so expert that they will become interested in what you're talking about.
Мы должны стать настолько квалифицированы, что они захотят стать заинтересованными в этом во всем. Prabhupada could preach to everyone. Прабхупада мог проповедовать всем. So we just try to say something, speak something about Krishna. Мы просто пытаемся говорить что-то о Кришне. Association, we give our association. We don't take their association, we give our association by telling them about Krishna. Мы даем свое общение, мы не берем это общение у них. Мы даем свое общение, давая им что-то, рассказывая им что-то о Кришне. So you keep trying to speak about Krishna, and you'll gradually find the people who want to hear about Krishna. There will be some people there who do want to hear. So you'll gradually meet them. Поэтому вы продолжаете дальше рассказывать о Кришне, и постепенно вы найдете таких людей, вы встретите тех, кто заинтересован в том, чтобы слушать о Кришне. Just like when we go for book distribution, there are many people who don't want the book, but we always find somebody who does want the book. So we just have to keep going till you find the people who are interested. Это подобно тому, как мы выходим на занимаем распространением книг. Многие люди отказываются от книг, но тем не менее мы находим кого-то, кому это интересно, и мы таких людей немного, но тем не менее мы продолжаем и ищем таких людей. Is it clear? Это понятно, да, Матаджи? Yes, thank you very much. Okay. Any other questions here? Еще вопросы? Харе Кришна, Матаджи, вас плохо слышно. Нет, было плохо слышно. Можете написать свой вопрос в чат, я его потом прочитаю, потому что звук очень-очень... Попробуйте сейчас, вот сейчас стало чуть-чуть погромче. А у меня такой вопрос. Когда мы... Ну, я про свою жизнь, да? Живешь спокойной жизнью, возникают какие-то трудности, и ты спокойно как бы на них реагируешь, не эмоционально, но вдруг в какой-то момент такие эмоции всплескиваются, да, на какую-то трудность. И это настроение уже не нравится. И ты понимаешь, что нужно что-то поменять, там отношение к этой ситуации и так далее. И вот у меня вопрос. Это просто мы хотим наслаждаться, и поэтому нам это не нравится. Или же все-таки какой-то прогресс уже есть, что ты начинаешь понимать, что не эти эмоции должны присутствовать. Такой вопрос. Понятно? Так, первое, не нравится, потому что мы хотим наслаждаться, да? Да, да. Или потому что все-таки мы как-то уже прогрессируем в этом направлении и стараемся как-то по-другому на ситуацию посмотреть. Спасибо. We, for example, as for my life, I live normal life. Sometimes there are some difficulties, and I understand all these things and just go through them. But sometimes there are difficulties just give me a lot of emotions, and. I don't like them. I don't like these emotions in me, and I understand that I need to change something. So that point that I don't like these difficulties, it's because of I want to enjoy
or it's these difficulties, I don't like them because I have a progress in Krishna consciousness. What is this? I want to enjoy, or it's just I go to the next level, I race in my Krishna consciousness? Well, it could vary. Sometimes you could want because of Krishna consciousness, and sometimes it just simply because you want to enjoy. Of course, Krishna consciousness is also enjoyment. И это может варьироваться. То есть иногда это может быть вам это не нравится, потому что вы вырастаете в своем сознании Кришны, а иногда потому что вы хотите наслаждаться. Но с другой стороны, само сознание Кришны это и есть наслаждение. Yeah, life may not always be the way we want it to be. It's not going to be the way we want it to be every day. There's going to be difficulties. И жизнь, она не будет течь так, как мы этого хотим. Конечно, нам будут на пути встречаться и трудности. So how we face these difficulties is what makes a difference. Но то, как мы воспринимаем эти трудности, это вот и в этом есть различие. A devotee will accept these difficulties as an opportunity to grow in their Krishna consciousness, to increase their Krishna consciousness. И преданный воспринимает трудности как возможность вырасти в своем сознании Кришны. The difficulties come. We'll have to chant more. We'll have to remember Krishna more. We'll have to pray to Krishna. Когда приходят трудности, мы должны больше повторять, мы должны больше молиться Кришне. But we may be thinking, I want to enjoy, I just want peaceful life, I just want to be comfortable, I just want to get rid of these emotions so that I can just enjoy my eating, sleeping, mating and defending. Иногда мы можем думать, нет, я не хочу всех этих трудностей, я хочу лишь наслаждаться, я просто хочу комфорта, я не хочу всех этих сложностей, мне не нравится, я не хочу всех этих будоражащих меня эмоций, я просто хочу наслаждаться едой, сном, совокуплением, обороной. So, if your consciousness is only centered around your enjoyment of material activities, then that is not good. Таким образом, если ваше сознание просто сфокусировано вокруг какой-то материальной деятельности, которая наслаждает ваши чувства, тогда это не очень хорошо. But if your consciousness is thinking how to engage, how to become more close to Krishna, then it's good. Но если вы в своем сознании думаете, как больше быть вовлеченным, как больше думать о Кришне, тогда это хорошо. In every situation you have the choice between Krishna and Maya. Which way do you want to go? В каждой ситуации у вас есть выбор между Кришной и Майей, и вам нужно выбрать, каким путем вы пойдете. So, when we choose Krishna, then we want to increase our devotional activities. И когда мы выбираем Кришну, тогда мы хотим усилить нашу деятельность преданности. We want to remember Krishna. We think of Krishna. We pray to him. Мы хотим помнить о Кришне. Мы думаем о Кришне. Мы молимся Кришне. But if we're just thinking of our own comfort, our own happiness and material life, then we may also pray to Krishna to make us happy, but we're praying for something different. Но если мы хотим какого-то счастья, хотим материального комфорта, в таком случае мы тоже можем молиться Кришне, но это нечто другое. Мы получаем другие вещи. Just like in Bhagavad Gita, Krishna said, people come, four kinds of people come to Krishna. Some come in distress. So people in distress, they pray, they come to Krishna, they pray to Krishna, help me.
И в Бхагавад-гите описываются различные типы людей, которые приходят к Кришне. И первый тип — это люди, которые находятся в горе, и они нищие, когда они страдают, они приходят к Кришне и говорят: «Пожалуйста, помоги мне». So that's not pure devotion. Это не чистая преданность. But it's there's some devotion there, but it's mixed with material desires. Если присутствует там, если там и присутствует какая-то преданность, то она перемешана с материальными желаниями. So then, if, when we get more knowledge, because we've come to Krishna consciousness, we get more knowledge, we start to understand more. So gradually, that knowledge brings us to a higher level of devotion. И когда мы получаем, обретаем больше знаний, то это знание помогает нам встать на более высокую ступень преданности. So maybe initially we're thinking of our own, we're thinking of our own happiness, but gradually we'll go on to become, to not to think of just the bodily happiness, but to think of spiritual happiness. Возможно, вначале мы думаем о себе, о своем собственном счастье, но постепенно мы начинаем задумываться не только о каком-то телесном счастье, но думаем о духовном. So it's like a progression. You know, initially we're thinking of our own happiness, but gradually it becomes, we become more devoted to Krishna. То есть это, в этом и есть прогресс. Изначально мы думаем о каком-то своем собственном счастье, но постепенно мы начинаем испытывать преданность Кришне. It just requires more hearing. We have to hear more. We have to understand the philosophy more. Это просто требует большего погружения в чтение. То есть мы должны больше слушать, больше читать, чтобы больше, лучше понимать философию. Because then we will understand this happiness, our material happiness is very temporary. Тогда мы поймем, что это материальное счастье, оно очень временно. But Krishna consciousness is eternal happiness. Но сознание Кришны, в сознании Кришны находится вечное счастье. Окей. Hare Krishna. Спасибо большое. Hare Krishna. Спасибо. Thank you very much. Окей. So, any other questions now? Есть ли еще вопросы? No more questions. No more questions. Okay, so we will finish here today. So hope everyone has a good week. Srila Prabhupada ki. Jai. Go back to Vrinda ki. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Good thank much. You. Thank you, Tatiana. Hare Krishna. Bhakti Vigdana Shindra Sri Maharaja ki. Jai. Go back to Vrinda ki. Jai. Спасибо всем большое, всем хороших выходных. Махарадж пожелал. Всем всего доброго. Хари Кришна. Хари Кришна, вам спасибо за перевод.